после слов Бориса Джонсона об ответном ударе по России? Вообще на Британских островах, похоже, заговариваются. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты «Сарбан» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Все уже подсчитано. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. Раз и навсегда. Зачем заигрываться? Другой вариант – погрузить Британию в морскую пучину российский подводный робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего.